Вопросы импортозамещения и престижа инженерного образования обсудили на выездном совещании в Челябинске. Участие приняли представители регионов, полпред президента ВУФО Владимир Якушев и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Уральский федеральный округ характеризуется высокой концентрацией производства, в 4 раза выше, чем в среднем по России, и обладает наукоемкими производствами, разветвленной сетью образовательных и научно-исследовательских организаций, что создает благоприятные условия для формирования научно-технической программы. Как бизнесмены сотрудничают с научным сообществом, представители власти увидели в индустриальном парке «Станкомаш». Сегодня здесь успешно развивают технологические компетенции и решают вопросы локализации производства.